кофе экспресс машина. Точно выкинет, смотри. Кофе надо взять. А вот супер экспресс машинка. За 4 миллиона 151 тысячи. На Маликин, конечно, выбор побольше. Там Италия, Турция, Германия. Трехъярусно. Да, все можно там найти. Барбекюшница. Вот уже утка. Зубные щетки Philips. Это щетки или это там не отламывается? Там вставляется. Что вставляет? Да, вот это говорит. Что, там нет? Здесь 4 миллиона опариватель. Кофе экспресс машина. Парка. А вот супер экспресс машинка. За 4 миллиона 151 тысяча. Кофе надо взять. Ой, какой запах. А кто лучше? Ну, мы и тот брали. Давай срок годности посмотрим. Так, что тут? Стерто что-то. Вести термостойкое? А, да. То можно. Точно. Ну, варежка.
ним пришься. Да, выбор большой здесь. Конусы. Ну, на моряке гораздо дешевле. Филипс. Да, ручка. Удобно. Нет, это автомат, да. Ну, чтобы удобно было держать. Этот самый дорогой. 400, $450. Он не моет? Влажную уборку есть. Влажно делает, да? Да. Угу. И можете как через Wi-Fi управлять. Угу. Угу. Это что, на пульте? Да, именно на пульте. Тоже Polaris. Тифаль все-таки лучше. Щеточки. Ой, тяжелый такой. Это отстегивается, да? Отцепляется. Здорово. Что потеряешь, он найдет, да? Ну, это ваша узбекская. Встраиваем посудомойки. Наверное, на 5%. Тоже маленькие. Большие. Двухотечные, да? Это все наши. Местного разлива. На Малике, конечно, выбор побольше. Там Италия, Турция, Германия. Трехъярусно. Да, все можно там найти. А здесь более бюджетные. $550. Поездку с собой. Мини-холодильник. Не дает. Да, холодильников здесь тоже очень много выбора. $2200. Шибаки. Вот экскурсия здесь. А что это пока в этом лице, да? Долго стоит?
чтобы всю морозилку, да, не открывать? Где-то холодильник. Окно в Париж. LG. Можно, да? Соня. Ага. Это Sony натуральный Корея или так, смесь? Нет, это оригинал. Это оригинал? А это в комплекте все? Нет, это отдельно. Нет, вот это. Все трое. И почем это? 12 миллионов. Было бы шикарно. 6. Говорят, оригинал, да, Sony? 8 миллионов. $800. Космическая станция. Точно выкинет, смотри. Как назад в будущее, как включил и вылетел. Watch me for the changes and try and keep up, okay? Ребята, в этом магазине можно попить даже кофе. Разные напитки. Мини-бар.